Тише. Что-то жаждет.
Давай. Давай. Малака. Поблизости последователи Ареса. Я выбираю первым. Замолчи, Ингер. Мясо испортится. Вон уже пахнет.
О, вижу. С кем он хотел встретиться? Надо узнать. Об этом месте говорил старик. Вот же он, цветок. Цветы. Нужно вернуться к старику возле Гортины. Здесь.
Спасибо тебе. Давай, давай!
Элла! Найду укрытие. L'onestí. A ver, l'onestí. Πίσω, πίσω. Πέφτει πίσω, τι. Κι αν δεν κάνει τη σαμπότα. Элла! Элла! Спаси! Спаси меня! Спаси меня, пока мне птицы не выклевали глаза! Или волки не разодрали! Они рыскали в кустах! Я могу помочь. Но сможешь ли ты оплатить мою помощь? Не похоже, чтобы у тебя с собой были деньги. Выслушай меня! Те люди ограбили меня и оставили здесь на верную смерть! В их логове полно и других сокровищ. Если освободишь меня, я покажу, где их найти. Прошу тебя, помоги! Эти малаки!
Спасибо огромное! Ты жив и свободен. Где моя награда? Злодеи забрали мое единственное сокровище. Талисман, доставшийся мне от матери. Они хранят все под водой, в пещере к западу отсюда. Кто из них забрал себе талисман? Их главарь. Здоровый, с огромным топором. Кто они такие? Последователи Ареса. Я думал, с ними можно разбогатеть. Но жертвоприношение и убийство ужасны. И попался. Убей их все. Ты предал последователей и надеешься остаться в живых? Как? Я думал, меня убьют. Мне это не понравится. Ну, я могу на тебя работать. Я умею драться. Что скажешь? Хорошо. Работай на меня. Толку от тебя мало, но лучше, чем ничего. Тогда до встречи на корабле, капитан. Не забудь сперва одеться. Я пришел. Перед тобой.
Самый талисман, о котором говорил Голый. С виду дорогой. Ah!
что, поехали. Что здесь произошло? Меня подозревают в том, что я укрываю дезертиров. Ладно, не подозревают, знают. Угу. А, эти малакас так меня избили. Не встречался человек по пути сюда? Тощий такой, в военной одежде. Я нашел тело возле обрыва. Там была записка. Нет, нет, не может быть! Мы почти переправили его домой, к жене! Я обещал ей, что его минует участь других дезертиров. Ты рискуешь жизнью, чтобы помочь. Вы близки? Или он так много платит? Все это ради жены! Жены? Какой жены? Его жены? Все всегда ради женщины, да? Его забрали на войну. Она все рыдала. А моя работа — помогать людям исчезнуть. Ну, не в этом смысле, конечно. И я решил помочь им воссоединиться. Не часто встретишь доброго человека. Мы все хотим о ком-то заботиться. Должны заботиться. Да, ты прав. Нам нужно к Исабель. К его жене, то есть. Если стражи нашли меня, найдут и ее. Пожалуйста, иди к ней. Я приду позже и увезу ее. Я помогу. Где мне ее найти? Иди по дороге в Кедонию. Ее дом будет слева. Кайре. Oh!
Минотавра. Yeah.
Ну, давай. Thank you.
Культ космоса обратит старый мир в пепел и построит новый. Сандер, голова! А ты еще кто такой? Дала им отпор, но проиграла.
Снаружи мертвые стражи. Молодец, Мистий. Меня опередили. Оставалось только отомстить за нее. Она верила мне. Я хотел сделать ее счастливой. Но сколько ни пытался, приносил ей только боль. Больше ничего. Не стоило рассказывать ей, что я хочу вернуть ее мужа. Это ведь я виноват, да? Нет, не ты. Ты меньше всего хотел, чтобы все так закончилось. Когда она улыбалась, я знал, все хорошо. Неважно, кому улыбалась. Ты сделал, что мог. Но этого недостаточно. Да, да, ты прав. Возьми. Я хотел отдать это ей, когда помогал им сбежать из Кедонии. Им бы пригодилось. Теперь им это не нужно. А мне хранить слишком невыносимо. Возьми в качестве платы за труды. И прошу, уходи. Уничтожь все, а если торговец сунется, врежь и ему. Нет, прошу. Если я останусь без товара, моя семья будет голодать. Что ты наделал? Ты меня разорил! Умоляли не портить наш товар. Договоритесь с ним или с солдатами. Не трогайте нас. Ха-ха-ха!
прошу, мне нужна помощь. У тебя неприятности? Мистий, в Кедонии начались беспорядки. Стражи и торговцы вцепились друг другу в глотки. Работа стражей – помогать людям. Что их так разозлило? Налоги. Они слишком высоки, и торговцы отказываются платить, а стражи настаивают. Их командир Диокл не солдат, а просто разбойник. А волнение снижает... Алчный командир страж... Ха! И... С радостью... Ха! Славно! Могу ли я при... Для мистии в клинок лучший ответ на все вопросы. Если всему виной высокие налоги, почему бы их просто... Идет война, ты разве не знаешь? Ты говорил о командире. Народ его не любит, Мисти. Я услышал. Делай все, что требуется, но бу... Thank you.
Вы не платите налоги. У нас есть право на все, что угодно. Ты не смеешь. Что это за проклятый город, где стража притесняет свой народ? Все просто. Не будешь платить, заберем твой товар. А ну назад. А не то что? Мистик, прошу, образумь этих болванов. Если нам не позволят вести торговлю, экономика Кедонии будет разрушена. Это тебя не касается. Таков закон этих земель. Пусть отдадут свой товар, и мы уйдем. Законы для слабых. Пусть люди живут свободно. Они вам ни драхмы не заплатят. Ты пожалеешь. Убить Мистия! Лучше не зли меня, старик. Отойди, я забираю твой товар. Восстановлен. Пусть торговец готовит мою награду.
Малака, что произошло? Похоже, Диокол отказывается мне платить.